Добрый день, дорогие зрители и читатели портала «Научная Россия». Сегодня мы говорим о болезни Альцгеймера. Мы в стенах Института молекулярной биологии Энгельгарта. С нами Владимир Александрович Митькевич, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук и заместитель директора по научной работе и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии. Здравствуйте, Владимир Александрович. Добрый день. Начну с того, что прошло уже более 100 лет с тех пор, как Алоис Альцгеймер представил и описал нейродегенеративное заболевание, которое впоследствии названо его именем. Но до сих пор у нас нет никакого лекарства для лечения этого недуга. Почему так происходит и почему до сих пор нет какого-то решения? Действительно, уже больше 100 лет прошло, как болезнь Альцгеймера была описано. Лечение и диагностика болезни Альцгеймера приобретает все больше и больше значения, поскольку в основном это болезнь старческого возраста, и поскольку население Земли все-таки начинает жить дольше, то и больных такими нейродегенеративными заболеваниями типа болезни Альцгеймера становится все больше. И, конечно, она все больше и больше приобретает значение. И на нее все больше и больше обращают внимание. Сейчас с каждым годом увеличивается и количество коллективов, которые занимаются болезнью Альцгеймера, расшифровкой механизмов, попытками лечения болезни Альцгеймера. Но действительно до сих пор нет однозначного понимания механизма, его причин и как с этим бороться. Собственно говоря, мы не понимаем, как бороться до конца, потому что до конца непонятен механизм. А почему же непонятен механизм? Заболевание, оно очень многопараметрическое. Очень много причин могут вызывать вообще патологию болезни Альцгеймера. Да. И угадать, какая из этих причин является главной, или понять, это, в общем-то, и является такой задачей для исследований. Это причины болезни Альцгеймера, спорадическая форма болезни Альцгеймера, потому что есть еще наследственная форма болезни Альцгеймера, там все более-менее понятно. Есть наследственные мутации, в первую очередь в таком белке, как бета-амилоид. Этих наследственных мутаций достаточно много в настоящий момент идентифицировано, и они отличаются тем, что болезнь Альцгеймера развивается достаточно рано. У людей уже иногда в 50-55 лет начинают проявляться причины, симптомы болезни Альцгеймера. Мутации бета-амилоида вызывают его усиленную агрегацию этого белка. И, собственно говоря, дальше развивается каскад, патологический каскад болезни Альцгеймера. Есть в настоящий момент уже определены и некоторые генетические причины, связанные с другими белками. Например, есть такой белок АПУЕ, который вовлечен в транспорт липидов, в липидный обмен. Уже установлено, что одна из форм этого белка, АПУЕ4, является плохим прогностическим признаком болезни Альцгеймера. Да? То есть люди с формой белка АПОЕ4 с большой вероятностью могут заболеть болезнью Альцгеймера. С этим АПОЕ4 сейчас достигнут некий прогресс в лечении. Буквально недавно появились сведения о первой фазе клинических испытаний генотерапевтического препарата, который основан на том, что с помощью аденоассоциированного вектора больному, у больного индуцируют экспрессию АПОЕ2. Это такая форма вот этого белка АПОЕ, которую, условно можно назвать защитной. Да, то есть экспрессия АПОЕ2, она как раз уменьшает вероятность болезни Альцгеймера. Так вот, внедрение вот этой вот формы АПОЕ2
в организм человека с подтвержденной деменцией, да, уже показано, что, по крайней мере, замедляет некие развитие некоторых признаков, в первую очередь тау патология, которая также связана с развитием болезни Альцгеймера. Но эти испытания не только начаты, только вот первая фаза на нескольких пациентах. Ну, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Что же касается таких все-таки спорадических форм болезни Альцгеймера, да, ну, до сих пор нет однозначного решения, да, из-за чего это возникает. Единственное, что точно известно, что для развития болезни Альцгеймера нужно, чтобы бета-амилоид каким-то образом, да, что-то случилось, и он начал из нормальной физиологически необходимой молекулы превратился в некую патологическую форму, да, начал образовывать олигомеры и впоследствии агрегаты, которые могут и распространяться по организму и агрегировать в амилоидные бляшки. Что является спусковым крючком? Здесь есть много гипотез, много мнений, но здесь я, наверное, остановлюсь на наших исследованиях. Мы сосредоточились в свое время на изоформах бета-амилоида. Дело в том, что кроме мутаций, да, которые наследственные могут возникать в бета-амилоиде, молекула бета-амилоида может претерпевать посттрансляционные модификации. Да, то есть уже после того, как белок образовался, в нем могут происходить какие-то изменения. И одна из таких посттрансляционных модификаций – это изомеризация аспарагиновой кислоты 7. При изомеризации происходит удлинение белковой цепи на одну связь и изменяются свойства белка. Он становится более токсичным, он более сильное токсическое действие оказывает на нейрональные клетки, что мы в свое время показали. Изомеризованный бета-амилоид в клетках нейрональных вызывает индукцию гиперфосфорилирования белка тау. Такой изомеризованный бета-амилоид лучше агрегирует, то есть лучше образует вот такие как раз патогенные олигомеры и агрегаты в комплексах с цинком. Дело в том, что цинк является также одним из факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера. Да, бета-амилоид образует комплекс с ионами цинка, и именно в таком комплексе он может агрегировать. Мы проводили исследования на животных, на мышах. Это была взята мышиная модель болезни Альцгеймера. Так вот, в таких мышах, если им колоть бета-амилоид, изомеризованный, то усиливается образование амилоидных бляшек очень сильно. То есть амилоидогенез сильно возрастает. При этом, если мы берем обычный бета-амилоид, то никакого усиления мы не видим. Да, то есть таким образом мы доказывали как раз вот патогенную природу изомеризации бета-амилоида. И не так давно мы как раз сделали работу на таких очень небольших животных, нематодах, C. elegans, очень такой излюбленный объект некоторых биологов, потому что животные маленькие, работать с ними не очень сложно, хотя и не очень просто. Живут они очень недолго, в пределах 3 недель, и вы можете за довольно короткий эксперимент, да, в течение 3-4 недель получить результат, который могли, в случае мышей вы получали бы там год или два. Так вот, используя этих нематод, трансгенных нематод, в которых
экспрессируется человеческий бета-амилоид, это такая модель специальная. Так вот, этих нематод мы обрабатывали изомеризованным бета-амилоидом, изомеризованным бета-амилоидом в комплексе с ионами цинка, ну и, соответственно, в качестве контроля обычные амилоиды, обычный амилоид с цинком. Так вот, мы показали, что только в комплексе с цинком изомеризованный бета-амилоид вызывает патологическую агрегацию уже собственного амилоида в этих вот нематодах. Да, то есть вот этот вот комплекс, роль комплекса изомеризованного бета-амилоида с цинком, таким образом была доказана. В то же время мы использовали пептид, такой четырехчленный пептид, который в свое время был разработан для того, чтобы предотвращать агрегацию бета-амилоида. Так вот, с использованием этого четырехчленного пептида мы смогли полностью предотвратить развитие вот этой вот агрегации в присутствии изомеризованного амилоида с цинком. Да, и червячки у нас, вот эти вот маленькие нематоды, они совершенно так же себя вели, как и контрольные животные. Да, то есть мы смогли полностью предотвратить развитие вот этой вот агрегации. Одной из движущих сил такого вот амилоидогенеза является именно изомеризация бета-амилоида. В свое время анализ амилоидных бляшек как раз и показал, что внутри этих амилоидных бляшек они состоят в первую очередь как раз из бета-амилоида, ионов металлов, как раз двухвалентных, в том числе цинка, железа. И еще довольно большое количество белков и нуклеиновые кислоты там присутствуют, но все-таки основу составляет именно бета-амилоид. Так вот, анализ бета-амилоида в этих бляшек показал, что изомеризованный бета-амилоид может составлять до 70% всего пула бета-амилоида в бляшках. В свое время считалось, что изомеризованный бета-амилоид появляется там, потому что изомеризация – это некий спонтанный процесс. Это совершенно такой нормальный, условно нормальный процесс в организме, когда в белках происходит изомеризация аспарагина или аспарагиновой кислоты. Так вот, считалось, что просто бляшки очень долго находятся в организме, они могут существовать там 20 лет, например, да? Они отложились, и там просто произошла спонтанная изомеризация. Но потом было показано, что нет, в том числе и мы тоже с нашими коллегами показывали, что и на модельных животных, и в мозгах пациентов, да, что изомеризация, она происходит накопительно в этом бета-амилоиде, который находится в мозгу и не находится в бляшках. Так вот, возвращаясь к тому, как начинается агрегация вообще, это же должен быть какой-то тоже триггерный механизм запуска такого процесса. Потому что, опять же, я вернусь к тому, что бета-амилоид является вообще физиологически нормальной молекулой. Без него не происходит нейрогенеза. Да, то есть, например, животные, нокаутные по бета-амилоиду, они не развиваются, они умирают через неделю после рождения, у них не образуется нервная связь. Уже в настоящее время показано, что бета-амилоид может участвовать и в защите от патогенов. Да, то есть от каких-то бактериальных, вирусных инфекций. Такие работы существуют. Он может участвовать в защите, в репарации повреждений гематоэнцефалического барьера. Бета-амилоид очень консервативная молекула. Он появился, в общем-то, практически в неизменном виде чуть ли не 500 миллионов лет назад. Вот. Он еще был у крокодилов, да, там, и отличие того же бета-амилоида у человека и у крокодила, 10% различается, да, а у млекопитающих в различии в последовательности бета-амилоида 5% может быть, а зачастую и практически не отличается. То есть это совершенно такая консервативная вещь. Отложение бета-амилоида накапливается в основном в синаптической щели, да, то есть в месте, где происходит, собственно говоря, передача сигнала от одного синапса к другому.
в этом месте как раз возможно увеличение концентрации цинка до очень больших значений, да, кратковременный выброс цинка. И если предположить, что одновременно что-то задержало, условно говоря, бета-амилоид или привело к накоплению его в достаточно большом количестве в этой синаптической щели, и при этом у нас увеличилась концентрация цинка, да, то, возможно, вот это вот образование таких стабильных олигомеров, которые дальше являются уже зародышами агрегациями. У вас образовался комплекс, и дальше на молекуле бета-амилоида к ней начинают присоединяться другие молекулы бета-амилоида. Да? То есть получается уже такой процесс агрегационный идет, и у вас таким образом нарастает олигомер. Да? То есть вы получаете точку роста олигомера бета-амилоида. Да? Ну а дальше уже, что называется, дело техники, такие олигомеры уже могут диссоциировать, служить зародышами для других олигомеров, образуются бляшки амилоидные, эти бляшки могут служить вторичным источником растворимых олигомеров бета-амилоида, потому что уже показано, что бляшка, она нестабильна, да, а она может тоже там, как бы распадаться на небольшие кусочки, да, такой динамический процесс, и вот это вот образование вторичных олигомеров уже запускает вот такой вот общий процесс распространения олигомеров бета-амилоида, ну и дальше пошла развиваться патология. А разве иммунная система не должна распознать это как чужеродный агент? Действительно, так и происходит. Есть специализированные клетки в мозге, да, это клетки, ну, в первую очередь микроглии, которая кушает как раз вот эти вот агрегаты бета-амилоида. Здесь вопрос тоже очень интересный, как все это взаимосвязано, потому что одно из предположений есть такое как раз, что эта вот микроглия, она наедается бета-амилоидом, и в какой-то момент ее разрывает буквально переедание, ну, я говорю условно, потому что это не то, что переедание, а, ну, видимо, механизм утилизации вот этих агрегатов, они тоже не справляются. И, в общем, клетка действительно, ну, это выглядит на фотографии, как она взрывается практически, да, и на этом месте образуется бляшка амилоидная. Вот такие вот есть, например, исследования, показывающие, что, собственно говоря, механизм зарождения бляшек может быть основан как раз на том, что вот эти вот клетки пытаются его утилизировать. И вообще, что существует мнение, достаточно обоснованное, что бляшки — это вообще такой некий депозит, да, который как раз, ну, условно хороший, да, туда откладываются излишки бета-амилоида. Известно, что вот эти вот бляшки, они могут даже не очень сильно сказываться на там когнитивных функциях. Да, то есть человек может, да и животное может жить с этими бляшками достаточно продолжительное время, никак не замечая того, что там что-то накопилось. Да, считается, что все-таки основными патогенными агентами являются растворимые формы бета-амилоида. Немного о поиске лекарства. Несколько лет назад наделал немало шуму заявление американских коллег, что они как раз начали исследование препарата адуканумаба. Что в данном случае у них не получилось, почему он не вошел в практику? И вообще почему, зная механизмы, зная влияние бета-амилоида, мы все никак не можем найти лекарство, которое вроде бы, ну, о клеточной системе, там, о мозге мы уже знаем достаточно много и все никак не можем решить этот вопрос. История с лечением болезни Альцгеймера с помощью моноклональных антител, она не с адуканумаба началась, она началась еще раньше. Просто до адуканумаба все клинические испытания проваливались намного раньше. И нельзя сказать, что адуканумаб, он полностью провалился. Значит, пару лет назад было уже получено
разрешение на ограниченное использование этого препарата, да, то есть FDA американская, она выдала разрешение, но с оговорками, что требуется дальнейшее исследование. Препарат начали внедрять в клиническую практику. Ну, надо сказать, что еще до внедрения в клиническую практику были к нему вопросы с тем, что у пациентов развивались побочные эффекты, там отек мозга у некоторых пациентов был. Но, видимо, регулятор посчитал, что все-таки полезный эффект он будет больше, чем вот это вот какое-то негативное воздействие. Но, насколько я знаю, дальнейшие вот уже исследования в ходе применения показали, что побочки возникает достаточно много. И эффективность препарата, она, прям скажем, не впечатляет. Да? То есть это скорее некое замедление болезни, то есть каких-то восстановлений когнитивных функций. Ну, особо отмечено не было, да и замедление, в общем-то, оно это не какие-то проценты, да, там 10-15%. Здесь мы можем вернуться немножко к диагностике болезни Альцгеймера, потому что, конечно, без нормальной диагностики мы не сможем нормально лечить болезнь. Поскольку, когда проявляются симптомы, да, когда мы видим уже какие-то изменения когнитивных функций у пациентов, какие-то нарушения, то по большому счету лечить болезнь уже поздно. А мы можем только купировать симптомы и действительно как-то замедлить проявление заболевания. Потому что уже началась дегенерация нейронов. Да, собственно говоря, нервная ткань повреждается, и восстановить ее фактически, ну, если и невозможно, то очень сложно. То есть это нужны уже другие механизмы вообще лечения, восстановления нервной ткани. Поэтому, конечно, надо начинать лечение превентивное, да, если не профилактику. Для этого нужны способы диагностики, которые рассчитаны на определение вот этих признаков заболевания, каких-то появления каких-то патологических молекул, да, еще на каких-то очень-очень ранних стадиях. Болезнь Альцгеймера может развиваться там 10-20 лет. Да, то есть нам надо по-хорошему определять вот эту вот предсимптомную стадию, да, там еще лет за 5-10 лет до того, как начали развиваться какие-то внешние симптомы. Та диагностика, которая в настоящий момент разработана, сейчас уже есть даже коммерческие наборы по определению болезни Альцгеймера, которые основаны как раз на измерении уровня бета-амилоида и гиперфосфорилированного тау. Ну, в первую очередь это в спинномозговой жидкости исследуют такие вещи. Но сейчас пытаются разрабатывать диагностику на крови. И, собственно говоря, мы в этом тоже в некотором смысле участвуем с нашими коллегами из Института биохимической физики. У них уже есть предварительная панель маркеров в крови. Это белковые маркеры на препаратах крови, полученных от пациентов с различными стадиями болезни Альцгеймера и легкого когнитивного расстройства, в том числе, ну и, соответственно, здоровых пациентов. Вот. И предварительно можно уже выделить такую группу белков, которые, по которым можно пробовать смотреть такую симптоматику болезни Альцгеймера еще на доклинической стадии. Такое определение по крови пытаются разрабатывать не только у нас, но и в других странах. Вот в Японии тоже большой прогресс, насколько мы знаем, вот в этой области. Чем еще, опять же, хороша кровь, да, что это, ну, в общем-то, такой распространенный способ, да, получения
биоматериалов ну, от пациента. Легкие, да, в отличие потому от спинномозговой жидкости. Потому что, да, забор спинномозговой жидкости – это, в общем-то, болезненная процедура и достаточно дорогие исследования, которые, в общем-то, вы не будете делать всем людям. Вот. А если мы можем получить, сможем получить какую-то вот такую диагностику, основанную на крови, конечно, это все будет намного проще и более доступно. А если говорить о наследственных заболеваниях, то есть если в семье были случаи, то, скорее всего, проще провериться на гены? Да, есть соответствующие сейчас даже панели. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, чуть ли не в инвитро уже можно такие вещи сделать. Да, ну, мне кажется, в какой-то из наших, по крайней мере, вот таких диагностических лабораториях есть панели на наследственный Альцгеймер. Наследственность – это, конечно, всегда немного генов, но и влияние среды. И если человек узнал, что у него есть предрасположенность, то как он может себя обезопасить? Есть ли какие-то способы? Сложный вопрос, в том числе как раз сложный вопрос для диагностики, потому что здесь возникает вот эта вот этическая проблема, да, что человек узнал, что у него может развиться заболевание с большой вероятностью, а по большому счету лечение от этого заболевания еще не разработано, да, и как ему с этим жить. То есть можно надеяться на то, что все-таки что-то действенное будет разработано, да, в какое-то обозримое будущее, и стараться оттянуть вот эту вот стадию, да, уже патологического, развития патологического процесса. Конечно, как всегда, здоровый образ жизни, он будет способствовать, да, каким-то, ну, уменьшать вероятность, по крайней мере, да, развития каких-то патологических вещей. Оценивая современный уровень публикаций, вообще научного поиска как средств для диагностики, так и лекарств. Какой у вас прогноз, когда мы сможем наконец-то победить Альцгеймер, если можно так сказать, и сможем диагностировать на ранних стадиях и лечить на уже более поздних? Ну, вы знаете, что прогнозы – это вещь такая неблагодарная. Да? А количество должно переходить в качество, да, потому что действительно, это такая одна из, наверное, самых исследуемых областей. Как мне кажется, в области диагностики мы должны достигнуть прогресса уже в ближайшие там, 3-4 года. Да, то есть уже должны появиться какие-то более-менее неплохие способы предсказания, да, хотя бы там, ну, за там, 3-5 лет до развития симптомов заболевания, да, должны появиться способы установления. Да, все, опять же, вот эти вот генетические маркеры, кроме АПОЕ, на самом деле есть еще некоторые гены-кандидаты, да, изменения в которых, да, могут ну, служить каким-то прогностическим признаком. Да, такие исследования тоже проводятся. То есть я думаю, что в этой области, да, в области диагностики все-таки довольно быстро должен быть прогресс. В области лечения, конечно, попозже, потому что, опять же, хорошо лечить, когда вы находитесь где-то далеко от симптоматической стадии. Да, и как только появятся вот эти вот способы достоверной диагностики на достаточно ранних стадиях и будут пробовать применять кандидатные препараты вот уже на этих стадиях. И тогда будет уже понятно, насколько эффективно в реальности вот такое вот лечение. Хотя, может быть, что-то сработает действительно и намного раньше. Усилий много, действительно результаты есть и в нашей стране, да, не только у нас, да, в общем-то у нас в стране сейчас тоже достаточно большое количество групп вовлечено в исследование механизмов болезни Альцгеймера и
лекарственных, разработки лекарственных препаратов. А уж во всем мире говорить нечего. Огромное количество исследований. И все время мы приближаемся к каким-то вещам, которые способствуют, ну, по крайней мере, замедлению когнитивных функций, может быть, и восстановлению.